Работа на конкурс «Дети читают стихи». Александрова Анастасия, 15 лет, город Москва. Волк. Под пологом густого леса глаза открыл впервые он, пушистый волк, не знавший света. Он лишь недавно был рожден. Солнце привычно сменяло луну. Подросшему волку пришло осознание. В этом лесу он как будто в плену. Его душит тихой листвы шуршанье. Воин без страха, отважный герой, он был лишь ребенком, ушедшим из стаи, пленник желаний, покинувший рой, ища себя дом родимый оставил. Жизнь била жестоко молодого щенка, она не скупилась давать оплеухи. Сколько, молебно смотря в облака, он пытался спастись от разрухи. Не в силах сдерживать стенаний, на грани сна и смерти, он тихо взвыл от тех страданий. Он пожалел, поверьте. В этом лесу человек частенько ходил на охоту. Был это рок или нет, услышал он вое молебную ноту. Ломая ветви на пути, бежал, стремясь прорваться. Увидев волка во плоти, он был готов сражаться. Тут из последних сил привстал, раздался слабый рык. В нем слышался металл, волк обнажил свой белый клык. Хотел мужчина сжать курок, в него зверь впился взглядом, и человек нажать не смог, боль в том казалась ему ядом. Издав тяжелый вздох и поступив беспечно, зверь без сознания рухнул на бока. Но в человеке была человечность, и он пожалел щенка. Не зная более заботы, волк рядом с человеком шел. Забавные судьбы полеты, зверь не хозяина обрел. Чувственно в объятиях сжав и нежно почесав за ухом, любовно шерстку потрепав, назвали волка лучшим другом. В один погожий вешний день, когда захлопнулись цветов бутоны, когда сгустилась сумрачная тень, забылся волк в протяжном стоне. Рожденный свободным в природе, он любил свою жизнь, любил человека, но не приручаем людской нугоде, сущность зверя менять без успеха. Однажды от тревожного сна человек в холодном поту очнулся, заметил, как на улице падает снег, и собачьи следы прочь от дома плетутся. Осев на кровати бессильно, он был настигнут пустотой. Отстраненно подумал, как же здесь пыльно и одиноко, сказал со слезой. Спасибо за внимание.